Возможно, после этого видеообращения мне дадут по башке, меня больше никто никогда не найдет, но терпеть просто нету больше никаких сил. За моей спиной находится угледар в 600 метрах. Мы находимся на самом переднем крае. Сейчас мы получили по соплям. По нам работало стрелковое оружие, АГСы, минометы. Мы забились в норы, как мыши, и не вылазили оттуда, пока все это не закончилось. Благо, не было прямых попаданий, поэтому все шестеро из нас живы и здоровы. Хвала Всевышнему. Нам не платят суточных и боевых, потому что якобы мы не штурмуем. Да, мы не штурмуем, но находимся на передке. Хотя находиться здесь не должны, а должны находиться в зеленой зоне территориальной обороны, так как мы мобилизованные. Мариуполь взяли за 2 месяца, а какой-то сраный угледар не могут взять уже больше 4. А где же наши хваленые сарматы, кинжалы, тополя, цирконы? Где все это массовое оружие, хваленое? Долбаните уже по ним, чтоб они не смогли поднять своего носа. Долбаните по мостам и переправам, железнодорожным сообщениям, чтоб они не смогли доставлять оружие. Долбаните по банковской координационному центру, чтоб они не смогли принимать решений. Долбаните по Польше, Германии, Франции, Великобритании, Белому дому. Долбаните уже по всем тем, кто поставляет им оружие. Сколько еще должно погибнуть пацанов? Сколько должно пролиться крови, чтобы все это закончилось? Сколько все это можно терпеть? Владимир Владимирович, родненький, пожалуйста, прошу вас, разберитесь в этих вопросах. Только на вас одна надежда.